Мы смотрим РБК. На вас смотрит этот чел. Я стараюсь быть позитивным, абы не торчать. Сегодня я покажу вам, что у меня есть. Сова, открывай дверь, медведь пришел. Горшок принес? Принес. Телки, давалки. Хорошая вещь. Можно лапшу посадить, положить. Так. И я что хотеть? А, ну, в общем, ты видишь, да? Чувак видит. Ну, в общем, вот. Смотрите. Со шлангом. Пикланч со вкусом говядины. Пикланч со вкусом курицы и лука. Курица, то есть курочка. Курвочка. Да. Куда до курвы? Лапша со вкусом курвочки. Это уже другая лапша со вкусом курвочки, вы заметили? Крутой Russian lunch. Лапша с говядиной, грибами, зеленью и прошмандовки. Сгущенка, тушенка, курица и раком, луком. Вот я сейчас не знаю, какую мне взять. Водица вскипела. Чувак открывает корыто. Это, конечно, не медный таз, но накрыться им можно. Если вы хотите, можете открыть тушенку. Здесь швайне. Я имел в виду Олафа Шульца. Deutsche Schweine. Ну, нет. Здесь это Шульц, свинья. А здесь очень даже... Посмотрите, вот тут какой шомпол. Так. Если захотите добавить какую-нибудь шляпу под названием Лепиаза, вы можете открыть Тушидзе. Не знаю, почему я так говорю, но типа грузинское гостеприимство, да? Вот типа Тушидзе. Вы можете положить сюда кусочек Тушидзе. Вот. Я вот слушаю РБК и удивляюсь. Американские, так сказать, болтососы хотят назвать Россию спонсором терроризма. В голове не укладывается. Какую траву они курят? Дебилы. Россия, наоборот, только с терроризмом борется. Они пытаются ее назвать спонсором. Даже черепаха с этим не согласна. Ладно. Поскольку мы любим травку, попробуем с зеленью. Итак, мы открываем лапшу с зеленью. Добавим. Советую вам быть осторожной с соусом. Это все надо вот так вот. Потому что соус ложить ее не стоит. Так. Вот. Я положил туда немножко этой дроздятины. Чтобы просто, знаете, ну, типа, вы видите там дроздятину, да? Вот. В России есть. Хорош жрать, блин. Не, просто тушенка отверлась, она вкусная, она реально вкусная. Хоть я и не люблю свинью. Я люблю говяжку. Но даже это мне нравится. Так. Потом достаем ёжницы. Черканем бац. Ну, приправку можно. Хотя нет, подожди. Здесь перец. Твою мать. Че эти пидорасы, обманули меня, что ли? А при чем здесь перец-то? Ты ублюдок. Не надо мне перца. Тогда надо засыпать, видите, сытый соус. Соус, да. А не приправу. Там нарисован перец. Они меня наебали, как всегда. Ладно. Это все вот это вот. Высыпаешь. Ты ублюдок, что ли, а? Ты обрезал не так. Ну что это за... Ой, Николай Михайлович, здравствуйте. Да, давайте, заливайте. Все. Все. Сейчас. Мы залили это все. Там немножко плавают говяжки. Какашки. Вот. Я думаю, этого достаточно.
Можно еще добавить, но в принципе, я думаю, достаточно. Как говорится, и жирок есть. Так, а соус я сейчас добавлю, потому что один ублюдок неправильно отрезал. Блять, да что ж ты делаешь? Простите, все у меня через жопу. Давайте я буду позитивным, да? Что с тобой? Короче, неважно. Речь идет о лапше. Big Bone. Итак, сейчас мы накроем это все медным тазом. Точнее, крышкой от медного таза. И немножко подождем. Сделаем паузу. Скушаем. Паузу. Ну, короче, вот такие дела. Что у нас получилось? Без шланга. Здесь один подвох есть. Тут написано лапша с говядиной, грибами, зеленью, соус, все. Но здесь не написано, что здесь есть приправа с перцем. Это вот какой-то такой обман. В прошлый раз, когда я засыпал приправу с перцем, просто спустил в унитаз. Вот соус можно ложить, но перец ни в коем случае, потому что какой-то он уксусного вкуса, и это вообще жрать было нельзя. А так вообще бигланчик очень классный. Вот, еще есть один лайфхак. Вот у меня есть эти. Вот, видите, да? Бабы говорят, содержать нас надо. Что ем сам, то и вам даю. Не нравится? Ищите себе другого любовника. Вот, обычный крекер. Смотрите, какие рыбки. Рыбки и бёшки. Вы можете также добавить сюда и бёшек. И теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Нехер на меня смотреть. Вот. Вот посмотрите. Теперь получилась обалденная вкусняшка. Можно там чуть-чуть, да, забросить. Они когда разбухают, то они вообще классно становятся. Вы не поверите, я уже почти половину сожрал. Вот получилась такая лапшичка. С мяском. С говяжкой. Тут вот такие штуки. Вот отлично получилась лапшичка. Так что рекомендую. Это крутая шляпа. Я что-то даже говорить не знаю о чем.